Здравствуйте, меня зовут Козырева Юлия. Я дизайнер войлочных изделий. Из войлока я делаю одежду и аксессуары. Также я являюсь автором собственных технологий производства войлочных изделий. Но сегодняшний влог, он является первым в моем новом проекте. Этот проект называется Fashion O'Clock. И на самом деле это название, это как бы тема была придумана еще много лет назад. Меньше 20, но больше 15. Ну так, примерно. Fashion O'Clock – это никак не связано с часами, с продажей часов абсолютно. Это название по аналогии с английским 5 o'clock tea, когда время пить вечерний чай. Также я приглашаю на фэшн-минутку, фэшн-оклок, и о чем мы будем разговаривать? Мы будем разговаривать об одежде, об обуви, об аксессуарах, о том, как должна сидеть вещь, почему она плохо сидит, как это исправить. Я очень часто вижу вещи, которые не красят женщин, и мне все время хочется это исправить. Мы это будем делать малыми средствами. Я не буду пропагандировать дорогущие марки или бренды. То есть этот блог – это для самых простых, обыкновенных людей. Сегодня же я хочу предложить вам такую очень забавную тему. Как, не имея много вещей в гардеробе, как разнообразить свои выходы. Ну вот, допустим, начнем. Я решила начать с этого свитера, который сейчас на мне. Этот джемпер, свитер, я купила по случаю. Мне очень понравился цвет, это мой любимый цвет, такой вот краски осени, зеленый. И у него прекрасный состав, это 100% кашемир. Но, к сожалению, этот свитер, поскольку он был куплен по случаю, он был в одном размере, свитер слишком велик на меня, и он, ну, как бы так, не красит меня. То есть это просто какая-то очень банальная вещь. Но я придумала, как носить вещи так, чтобы они выглядели оригинально и нестандартно. То есть это такая, он выглядит так, что в нем можно пойти на выставку, в нем можно пойти на какой-то демократичный театр, можно пойти в гости или просто прогуляться. Ну, то есть, на такое, на небанальное мероприятие. В чем же небанальность? Небанальность в том, что я его просто надела кверх ногами. То есть, горловина у меня сейчас располагается внизу, а сверху располагается та часть, которая должна покрывать бедра. И, как видите, это очень интересно работает. Я закрепила брошью. И, да, безусловно, в этом свитере, конечно, нужно что-то надевать вниз. Какую-нибудь футболку или какую-нибудь такую майку. Что-нибудь такое, чтобы прикрывало живот. Потому что длина, как видите, она, ну, так, коротковата. Такой способ хорошо играет, если у вас джемпер с горловиной. Когда горловина располагается внизу, и я примеряла такой свитер крупной вязки, и я его примеряла с такими вот широкими брюками. Как ни странно, это смотрелось очень эффектно. Фигура становится такая более хрупкая, и открытые плечи, то есть такая вот появляется не то чтобы даже игривость, но женственность. Так вот, я вам сейчас продемонстрирую, как это выглядит, как это можно надевать и как это можно носить. Можно, в принципе, взять и спустить просто на плечи его. Я не знаю, как назвать эту конструкцию. Это уже не джемпер и не свитер, это и не полеро. Это какая-то вот такая вот конструкция, которая вас окутывает колдовством. Вы можете драпировать как хотите, можете взять и открыть спину, сделать такой глухой. Но сюда требуются украшения тогда какие-то, они, может быть, блестящие,
можно несколько брошей нацепить на плечо, это тоже будет хорошо. Я бы нацепила, но у меня их нету. Можно его сделать немножечко по-другому, если вы его снимете и перепутаете рукава. Все идеи приходят ко мне в голову случайно, я их не подглядываю нигде. И вот посмотрите, вот я вам не дам соврать, вот как он выглядел. Я могу его сейчас прикинуть, вы посмотрите, насколько это было неинтересно. Ну, вот какой-то такой странный, плохо сидящий объект, и во что его можно превратить. Ну так, вернемся к тому, что можно еще один способ изобрести, даже полтора способа, можно так сказать. Если вы возьмете и выверните один рукав, вот, допустим, это делается вот следующим образом. То есть, видите, я одна рука у меня остается на месте, а вторую я за рукав выворачиваю и вдеваю руку через горловину. Дальше я надеваю, ну да, горловина должна быть достаточно широкая, но если вы здесь пролезли, то у вас должна пролезть и голова с плечом. И дальше вы делаете такой вот финт ушами. И что у вас получается? У вас получается совершенно небанальная вещь. И заметьте, первый образ был интересный, и сейчас этот образ, он изменился, он другой, но не менее. Эта идея родилась у меня давно, некоторое время назад. Мама связала мне такой вот волшебный свитер. Он имеет форму как будто бы креста, то есть рукава, летучая мышь, горловина. И горловина была сделана высокой, длинной, для того, чтобы она драпировалась. Но когда я этот свитер надела, он почему-то выглядел не очень хорошо. То есть вот как-то роскоши в нем не хватало. И я вам сейчас продемонстрирую, что значит в моем понимании не хватало роскоши. Ну и вот как это выглядело. То есть он какой-то вот... снизу его много, сверху непонятно как. И ну что, вот он не лежит. Какая-то вот странная вещь. Можно использовать, конечно, как капюшон, если вдруг у вас достала метель, а у вас ничего нет на голову. Это тоже вариант. Но ну вот мне кажется, что такая конструкция совершенно не красит. Поэтому его нужно перевернуть. Ну и вот смотрите, насколько изменилась ситуация. Во-первых, ширины горловины уже хватает на то, чтобы вы ее задрапировали. Я все время, наверное, боялась, что если будет слишком широко вверху, то вещь, она упадет. Но на самом деле эти вещи не падают, потому что вас, во-первых, держат руки и плечи. Вы, ну, даже если сделаете вот так вот, оно, как видите, оно держится. Поэтому такой маленький лайфхак. Если у вас грядет Новый год, а вам нечего надеть, пересмотрите свой гардероб. В конечном итоге вы можете взять простую кофту или кардиган, который застегивается на пуговицы впереди. Вы можете взять и отправить эту застежку назад. У вас получится, в случае, если это кардиган, у вас получится декольте сзади с пикантной застежкой. Если это простая кофта, у вас получится кофта с застежкой сзади. И монотонный перед вы можете там сделать какой-нибудь брошь, можете там надеть бусы какие-то, ну то есть чем украсить, это уже, я думаю, что у вас никакого труда не составит. Вот, в общем, с вами была я, Козырева Юлия, и презентация моего первого блога закончена. Следующий блог будет буквально через несколько дней, и он будет посвящен переделке брюк. Подписывайтесь на мой канал,
ставьте лайки и высказывайте свое мнение, мне будет интересно.